Проблема весенних подтоплений обостряется в Ульяновске. В этот раз пострадали имущество и дома жителей СНТ «Залив». Причиной происшествия стал паводок. СНТ «Залив» уже давно стал постоянным местом жительства для некоторых владельцев частных домов. Уже несколько дней вода в садовом товариществе поднимается и затапливает жилище. Ситуация по поводу паводка стала усугубляться 13 марта. Мы начали мониторить подъем воды, делали и продолжаем делать фото и видеофиксацию. Все данные ранее и сейчас скидываем в спасательные службы. Причина подтопления – таяние снега, резкое потепление. Из-за этого Свияга вышла из берегов. По словам председателя СНТ, в 2021-м к ним приезжали инженеры. Дачники просили установить ограждение у Свияги. Однако решений никаких не последовало. На сегодняшний день ситуация с паводком усугубилась. Подтоплены жилые дома и находящиеся в них имущество. Дом пострадал, то есть полностью дом в воде стоит, полы в воде, то есть весь первый этаж залил. Пока вот, наверное, сантиметров 20 вода стоит, то есть, ну, вся отделка, то есть все, что кухонные гарнитуры, техника. К сожалению, это далеко не единственный случай крупного подтопления за эту весну. Похожая ситуация в Ирыпаевке, Луговом, Больших Ключищах. По данным Управления гражданской защиты, на данный момент уровень воды растет в Свияге и Сельде, поэтому подобные происшествия не исключены и в дальнейшем. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Управда ТВ.